Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется, конечно же, Horizon Zero, мать его, Dawn. И тут у нас входит кабанчик, я видел. Вот он. Кабанчик, постой. Ну, кабанчик, ну постой же, ну. На япона мать. Наконец-то. За мной пошел? Даже в руины. Неужели ты мне не веришь? Верю. Но откуда ты знаешь, где слабое место? Терпение, Вара. Скоро поймешь. Вот-вот, терпение, братан. Только терпение. Скоро все будет, ты не переживай. Следовать за Варлом. По-моему, у нас имен за мной следует пока что. А мне руку типа не подашь, да? А нет, нормально подаст. Дай руку. Нормалек. Найди в железном кольце место, где виден огнежар. Давай попробуем. Я только для начала, пожалуй, стрел еще здесь готовлю. А то сами понимаете. Надо быть готовым ко всему. Тот, что справа, твой. Отлично. Огненная стрела, охотничья стрела. То, что справа, твой, говорит. Ну-ка, дай посмотрим. О ком, собственно, речь. Блин, да чего же приятная графика в игре все-таки, да? Реально очень приятная. Атака сверху. Давай. Красиво сработано. Но там еще враги. Поэтому пока рано ослабляться. Мой тот, что слева. Давай. Надеюсь, это не один из наших? Не-не, о чем ты говоришь? Не один из наших, точно. Так, хорошо, забираем припасы, замечательно, и потихонечку дальше крадемся. Пока все ровно. Пока все просто прекрасно. Еще двое. Твой тот, что слева. Понял, киваю. Мой, то, что слева должен был быть. Какого лешего? Ублюдок. Где ты там ходишь-то? Быстрее надо. Ладно. Пока нормас. Давайте по... А, нечем хилиться. Ну, тогда может быть лечебным зельем, что ли. Ну, хотя, да пока, наверное, не стоит. Не так уж много хп пока что потратили, чтобы хилиться с лечебными зельями. Ты видишь то хранилище? А ты видишь тех демонов? Соберись, Варл. У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдем поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стена рухнет, я первым пойду в пролом. Ну это уж как знаешь, братан. Осталось только этот план воплотить. Вот-вот, осталось дело за малым. Ты только посмотри если на это дерьмо. Потихо, зараженный огненный бурдюк. Во-первых, пометить, во-вторых, можно и путь отобразить. Он ходит по квадрату, понял. Сектанты. Помещает. Да, врагов-то на самом деле тут немерено.
Тут тебе, пожалуйста, и рыскарь, и кто хочешь. Так, ну тут, наверное... Нет, нормально помещается. Там вот один только не поместится, получается. Ладно. Так. Прекрасно. Ладно, можно потихонечку, я думаю, что начинать действовать. Давайте начнем с этого, он в кустиках. Так, и в кусты. И стоим, смотрим дальше. Где у нас еще высокая трава есть, куда можно было бы свалить? Я пока, честно говоря, такую не вижу. Эту тварь просто не очень охота трогать вообще. Тут тебе не пробраться, класс. Тебе что, заняться нечего? Так, спокойно, меня тем временем палят. Что у нас потери? Меня заметили. Дерьмо. Надо поджигать огнежар. На. Давай, пожалуйста, умри. Ладно, слишком много, уходим. Скорее поджигать огнежар. Уходим для начала, потом все остальное. Потом будет тебе огнежар. И все, что пожелаешь. Все, все, пацаны. Меня тут уже нет. Тихо, 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 уходим. Спокойно снимемся в высокой траве, просто подождем, пока у них агр спадет. Может быть, кто-то спрыгнет ко мне, и тогда я его замочу. Можно пока похилиться, потому что здоровья мало. Не, вроде ко мне идти не собирается, что-то. Все. Они перестали меня искать, и это мой шанс. Бить трех противников. Ах ты ж мать твою. Тихо, сейчас сдохну. Сдох. При том, что я нажимал хилку, но почему-то она не использовалась. То ли потому, что анимация удара работала, то ли хрен знает почему. Да, в ближнем бою, мать его, что-то заговорит стал. Элой как-то пока что, на самом деле, довольно много терпит боли. И это печально. Ладно, хоть начинаем мы отсюда же. Вот-вот, надо делать по-тихому. Просто по-тихому. Тихо. Тихо. Ну все, хана. Да твою, как они так быстро убивают? Я вообще не понимаю, что происходит. Не успел прийти, тут же огреб два раза уже. Ладно. Может быть, конечно, просто потому, что ближние атаки я постоянно использую. Это не ее конек, она может быть с лука как-то издалека. Но как-то я не знаю, вообще хочется полностью по стелсу пройти, но... Жопа тут, а не стелс. Если сделаю это потихо, будет гораздо проще. Да давай ты, ну. Да стоп, ну. Пометь, пожалуйста, ублюдок. Так, ну допустим. Эту мы сейчас вообще завалим, поэтому можно его не помещать. Все, наверное, поехали. Атака сверху. Здесь кто-то есть? Угу. Сходи, посмотри сам.
Давай, давай, братан. Готов. Где-то здесь убийца. Похоже, тут кто-то есть. Ну давай же, проверь уже наконец, ну. Молодец. Красиво. Ну, о, сундучок нашли, кстати. Сундучок — это всегда хорошо. И лекарственные травы тоже очень неплохо. Так, спокойно. Они не заметили. Надо поджигать огнежар. Как так впалили-то быстро вообще, а? Ладно, сваливаем. Ох, как больно-то, офигеть. Надо скорее поджигать огнежар. Да ничего не надо, успокойся, все в порядке. Просто пережди немножко, пересиди. Пережди волнение, может быть, убить вот этого лучника одного имеет смысл, если он подойдет сюда прямо. Тихо. Да сдохни, пожалуйста. Спасибо. Мы можем терять людей. Нам нужно победить. Да, стрел, конечно, тратится превеликое множество, но по-другому пока просто сейчас никак. Можно еще попробовать такими стрелами пострелять, наверное, охотничьими. Ой, еще не охотничьими, а горящими. Да, вроде такими больше нравится. Хорошо. Еще парочку вынесли, продолжаем за разговор. Тихо. Пока горит. Очень мало хп. Надо хилиться. Хилиться и уходить. И уходить быстрее. Больно, больно, больно. Нужен еще хил. И валить. Так, все, хилок больше не осталось, к сожалению. Чем меньше народа, в общем-то, тем лучше, не так ли? Поэтому давайте просто валить их по одному здесь. Мы проигрываем, но это еще не конец. Ну да, конечно, не конец. Это только начало, пацаны. Я вас должен всех перебивать. Припасы кончились, без проблем. Высокоточным луком можно, конечно, пробовать пострелять еще тоже. Встань, пожалуйста, на секунду. Буквально одно мгновение. Встань и стой, ублюдок. Вот так. Не будем драться, нам всем конец. Черт возьми. Ладно. Блин, очень неплохо, по-моему, да? Ну давай, только попробуем. Место нашли мы просто идеальное. Готов, родной. Много там еще осталось? По-моему, один. Нет, не один, нифига. Как минимум троих я еще вижу отмеченных. Даже, не, даже побольше. Чуваков 6, наверное, что ли, еще. Угу. Минус еще один. Заходи сбоку. Ну, какие мы с тобой косые, братишка. Припасы закончились. Хорошо, заходим за камень, делаем еще.
Готовься, сейчас. Всегда готов. Ау. Охериться нечем. Охериться-то нечем, поэтому отходим. Сопротивление холода наверняка зелье. Вот это непонятно, что такое. Это тоже. А мы там что-то активировали. Что бы это могло значить, интересно? Что-то дает. Какой-то шарик непонятный. Целебное зелье, отлично. Используем. И обратно в свое укрытие. Хорошо вошло. Ну давайте, пацаны, уже выходите наконец на честный бой. Так ты лучше. Так, пойдем пока полутаем, пока они там тупят. Нужно зелье целебное, хотя бы еще одно. И тогда можно будет выходить к ним уже. Но пока что, к сожалению, зелья тут нет. Тише, братиш, тише, тише. Не спеши, подожди. Блин, вот ублюдок отошел. Ну давайте, как вас приманить? О, подошел. Да твою мать, ну пойди, пожалуйста. Спасибо. Не подходит. Ну пожалуйста, высунись. Да, видишь, этот лук не добивает с одного попадания. Нужно как минимум два. Готов. Все, я так полагаю, что дальше уже нам бояться особо нечего. Тупо собираем ресурсы. Сколько здесь трупов? Это ж просто забей. Что-то с чем-то. Устроились настоящую резню. Так, готовимся уходить обратно. Нам проблемы ни к чему, слишком мало здоровья. Бейте со всей силы. До свидания. Следующий, пожалуйста. Благодарю. Следующий. Ах ты, мать твою. Припасы кончились. Давай пока пробуем одну огненную. Теперь обычную. Нет, не успел. Ох, красиво как. Вот это было очень неплохо на лету. Это был явно досадный промах, это тоже. Тебе от нас не уйти! Да ты что? Да чтоб тебя подкинуло. Братишка, выходи, пожалуйста. Не хочет выходить.
Ну, не хочет, можно ему немножко и помочь. Самую малость. О-о-о! Твою мать! Да охереть, как так обманула ты меня эта программа, дебильное отслеживание. Они были далеко, а потом раз в 6 секунды уже близко. Ну, пипец. Твою ж дивизию, все с самого начала. Но вот этот план, кстати, мне понравился, он хороший. То есть, вот, убивать их здесь. Если сделаем это потихо, будет гораздо проще. Давай еще раз всех пометим и всех убьем. Так. 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 Далее. Этот все помечены, да? И теперь точно все. Ну там еще чувачок. Готово. Но только так их можно вырубать незаметно. Только таким макаром. Ну, охеренно. Хорошо, хоть не впалил. Спасибо и на этом. Дай-ка укрытие, сядем, посидим немножко. В травушку-муравушку. Опять же, мы в траве сидим, нас не видно. Ничего не знаю. Тут никого нет. Вам показалось, пацаны. Кто там прячется в траве? О-о! Даже так прям? Сходи, проверь, кто там прячется в траве. Меня заметили. Надо поджигать огнежар. Херово. Ой, как печально все. Со здоровьем-то неожиданно. Уходим, уходим, уходим. Вот только машины мне не хватало еще. Огнежар. Так, не, высокоточный лук у нас именно убивает наповал с одного выстрела, значит, он нам и нужен. Готовимся, поехали первого встречать. Отъехал первый товарищ. Где ты? Ух, такой досадный промах, а. Где же ты? Да вот же я, не уходи! Матери божья, а? Да твою мать! Так, убил, допустим. Промахнулся, допустим. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ох, нифига, ой, там стрел-то он выпускает одновременно. Все. Кончились мои крутые стрелы, поэтому переходим к простеньким. Стоять, пацан Трэ, стоять. Да хорош ты уже бегать-то, ну. Да встань ты, мать твою, и стой уже на месте. Спасибо. Не попал. Попал. Ой, машина пришла.
Да какого? Тьма направит мою руку. Тьма направит тебе стрелу в задницу. Фух, еще один. Так, продолжаем диалоги. Пришла твоя смерть. И твоя тоже пришла. До свидания. Боеприпасы кончились очень вовремя. Как раз когда кончились и враги. Фух, сурово. Сурово. Че по зельям есть, нет? Есть. Хилимся тогда сразу, не теряя времени. Далее. Лутаем все, что можно залутать. Твою мать, да, поднимайся, пожалуйста, Элой. Элой, поднимайся! Жопа. Так, давай, отлично. Редкий лут. Еще редкий лук, лут, точнее, отходим. Смотрим, что у нас там дальше по врагам. Попал. Не попал. Блин, пацаны, почему у вас так много? Объясните, пожалуйста. Откуда вот в таких количествах бешеные взялись? Вот она я, меня можно не искать. Кого ты там потерял? Блин, вот там, к сожалению, не попадаю никак. Ни в какую. Да как так, братиш? Умри. Ушел опять. Красиво. Сыграно. Ну и того в рукопашную попробуем тогда добить, раз уж такой дерзкий. Мочи его, мочи! Он живой все еще. Их тут двое, кстати говоря. Уходим. Это проблема. Так, умри, пожалуйста, твою мать. До свидули. Следующий. Пацаны. Выходим, подходим, не боимся. Твою дивизию, ну. Ладно. Я могу и сам к вам подойти, если вы так настаиваете. Время убивать! Время умирать, имел в виду, наверное. Жесть какая. Короче, умри. Отходим, отходим. Все, хорош. Уходим, я сказал, уходим. Хилимся. Так, стрелы кончились опять. Делаем, делаем новые. Заходи в дорогу! Я просто надеюсь на то, что вы там не бесконечно, вот и все. Убить 30 противников. Две ачивки получили за серию. На таком количестве противников. Но оно еще будет. Лута на самом деле просто немерено. Но вот хилиться у меня опять нечем. К сожалению. И это печалит немножко меня.
самую малость. Ладно, я предлагаю, друзья, в этом укрытии тогда, собственно, закончить серию, а если сейчас продолжу с этого же места. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте про комментарии. А для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Horizon Zero Dawn на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.